охуенная стрельба, блядь, просто 10 из 10, 100 из 100. Барри, в какие бы ты игры хотел очень сильно поиграть, но не можешь из-за танков? Да ни в какие пока так глобально. Я в онлайн играю, я в такие в соло-бродилки не катаю. Ну почему я не пробиваю? Ну блин, ну это раздражает, когда ты не можешь пробить вот такие элементарные выстрелы. Алло, вылазь! Вылазь, пал, Иржан! Вставай, блядь, на работу пора на. Четыре снаряда в ушку сфейлина. Привет, Барри, как ты понял новость от Экспресса, то, что кто получал танки за очки славы, тот не может участвовать в аукционе, пояснение, что я не понял. Почитай еще раз, дядь, я не читал ничего. Там все нормально написано вроде. Я ведь его не пробью, блядь. Ну смотри! Ну три барабана в танк, ни одного пробития! Ну что? Да ну! Ну не верю! Ну это ж чистое воровство! Первое. Тара. Я реально сгорел с того момента, то что я не пробил 430-го 3 или 4 раза. Вот я просто, какой 3 или 4, я 6 раз в него не попал и не пробил. 6, чел. 6 раз. Просто жесть. Он на 430-м, я не знаю, но это заколдованный какой-то хрен попался. Ну серьезно, ну как так можно танчить? Ну как так можно танковать? Ну это нереально, это вообще нереально. Смотри, сколько эта хуйня натанчила. 5300. 5300, Зентр. Просто 5300, косарь среднего у чела на Аки. Алло. 5300 он натанковал, и я еще в него не попал раза 4. Жесть.